Привет, мои дорогие любимые зрители. Этот видеоролик я считаю очень важным, поэтому советую всем поделиться им с знакомыми. Я ведь понимаю, что и вы, и я, естественно, друзья, рассчитываемся в нашей жизни очень часто наличными деньгами. И Национальный банк Украины сделал очень важное предупреждение, какими деньгами нельзя рассчитываться, какие деньги не надо принимать, от каких денег надо держаться подальше, потому что и так, скажем так, у нас очень сложная ситуация, честно сказать, в стране, а еще и к этому можно попасть, попросту говоря, взяв те деньги, которые, ну, абсолютно не стоит брать себе и просто потеряете деньги, хотя они у вас будут в руках. Но, друзья, прежде чем продолжить, уже традиционно приглашаю вас ко мне на мой телеграм-канал. На моем телеграм-канале выходят все мои видеоролики, а также там много другой полезной информации. Ссылочка на телеграм, как всегда, будет в описании. Переходите и подписывайтесь, буду вам за это очень благодарен. Так что там такое, друзья, происходит с банкнотами, с деньгами? Что там не так? Есть деньги, так называемые испорченные. Они испорчены банком. Давайте, друзья, наверное, чтобы не быть голословным, я вам сейчас зачитаю официальную информацию от Национального банка Украины в Facebook и по мере возможности ее прокомментирую, чтобы не было, скажем так, никаких разночтений в том, что рассказывает Национальный банк и в том, что рассказываю я, ваш покорный слуга. Офіційно Національний банк України. Можливо, ви вже бачили фото подібних пошкоджених банкнот з кількома рівними отворами. Так, зокрема, виглядають банкноти, що навмисно пошкоджені банками. Ось ви бачите, як вони виглядають. Зараз вони у вас перед очима з'являться. Навіщо? У випадку, якщо банк не має можливості вивести готівку, враховуючи бойові дії чи їх можливу загрозу, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатежний стан. Тобто ви поняли, дорогі друзі, ці повреждення наносять спеціально банки України. И я, как вы видели, показал вам эти банкноты, как они выглядят, это, скажем так, по официальной информации Национального банка Украины. То есть в них там дырочки есть в этих банкнотах. Их ни в коем случае не надо брать. Что еще нам такое важное, как еще портят эти банкноты, давайте я зачитаю. Окрім просвердлювання, існує ще кілька методів навмисного пошкодження банкнот. Обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення. Розрізання навпіл або на три частини. Пошкодження спеціальним розчином чи іншими фарбуючими речовинами із забарвленням не менше 50% загальної площі банкноти. Ви поняли, друзі, не тільки дырочки, ну, я думаю, ніхто не буде, понятно, приймати порізані деньги, де 50%, де на части порізані. Тут, я думаю, в этом плані можна не переживати, так як ніхто не брав. І особо от залитые, залитые спеціальною краской, то есть більше 50%. Якщо денежки залиті от этой краской, каким-то там цветом і так далі, то теж ці деньги ні в коем случае нельзя брати. Так что вы поняли, дырочки порезанные, ну и естественно, как я уже сказал, облитые специальной краской. Чому це може стосуватися особисто вас? Маємо попередити, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану з території, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків. Наразі до Національного банку надійшли на дослідження від банків саме подібні банкноти. Тож ми просимо і бізнес, і громадян бути уважними. Такі банкноти пофарбовані, розірвані або отворами не потрібно приймати під час готівкових розрахунків. Ну, я думаю, друзья, вы поняли, как говорится, все беды у нас из-за России, и это тоже беда у нас из-за России происходит. Банкноты, соответственно, захватили оккупанты, как-то там кому-то передали, кто-то где-то их взял, и они вполне возможно, что могут всплыть на подконтрольных Украине территориях. Так что, как говорится, прошу быть всех очень аккуратными и бдительными. И я, кстати, дополнительно отвечу на вопрос моего друга Влада, который говорит, что он пытался в банкоматы
по 500, по 1000 гривен пополнять купюрами, а ему чего-то банкоматы не принимают. Я тоже лично был свидетелем такой ситуации, когда мужики приходили к вот этому приватбанковскому аппарату, автомату, куда засовывают деньги, который не только выдает банкоматы, а и принимает, и 500, и 1000 не принимает. То есть они настроили, это я так про Одессу говорю, специально банкоматы таким образом, чтобы, понятно, что там порванные в краске, это сложно, но, допустим, с теми же дырками можно будет попробовать засунуть, загнать себе их, допустим, на карточку, где-то перевести, снять, и уже в дальнейшем вряд ли что-то, как говорится, сможет банк доказать. Поэтому еще раз, друзья, прошу всех быть осторожными и не вестись на подобные разводы. И поделитесь обязательно данным видеороликом со своими друзьями, знакомыми, чтобы они знали и понимали, что существует на сегодняшний день у нас, к сожалению, вот такой вот риск, связанный с гривнами, которые были испорчены банками. Ну что, друзья, прощаемся на этом. Всем всего самого наилучшего. Да пребудет с вами сила.